Начинаю партию на часком. Серьезный соперник у меня. Играю черным цветом против гроссмейстера из Арабских Эмиратов, как я понимаю. По-моему, это один из гроссмейстеров уровня примерно 2700. Я позже посмотрю, кто это именно, но что-то знакомое. Логин очень знакомый. Позже напишу об этом. Ну а у нас на доске такая каталонская славянка получилась. Возможно, d5 где-то будет проводить соперник. Но пока что я хочу побольше фигуры убрать с доски, чтобы угрозы d5 уже не были так опасны. Дальше слон d6. Такой вот план у меня. Возможно, ферзь b3 сейчас будет выпад от соперника. Логичный ход, в принципе. Не дает мне сразу пойти слон d6. Но я все равно буду стремиться это сделать. Так, ладья d1. Ну, ладья d8, наверное, не будет ошибкой тоже ход. a4. Вот это уже соблазн сыграть a5. Люблю так делать, чтобы слона на b4 в случае чего воткнуть. Пешка не должна быть сильно слабой. У меня есть много ресурсов, чтобы ее защитить в будущем. То есть на слон d2 я просто ферзя на c7 поставлю. Беря под контроль пешку и открывая линию для ладьи, кстати. c5 сыграл. Ну, наверное, теперь полянка у меня появляется на d5 хорошая. Такая стратегическая здесь игра идет. Динамики немного. Ладью на b8, хочу b6 в будущем. То есть у меня будет изолятор, но у соперника тоже, скорее всего. Плюс у меня блокадный конь на d5, думаю, что это все выгодно. В мою пользу будет. Давайте пойду b6. Меняемся. Хочу организовать давление также на пешку b2 при случае. Угу. Ну, здесь я думаю, что уже можно и слон b4. Нравится мне, в принципе, моя позиция. Думаю, стою не хуже. Можно пробить разок на d2 и пойти ладья b8, усиливая давление на пешку. Посмотрим, как он будет ее защищать здесь. Может быть, ферзя еще на b7 переведу. Так, ушел в защиту. Хорошо. Ну, в таком случае, наверное, ферзя куда-то нужно определить, а куда именно, где он лучше будет стоять. Давайте ферзь на e7, может быть, на g5 еще выскочу. Нельзя будет играть f4 из-за коня f4. Так, хорошо, ферзь g5 поактивней. На f4 у меня был ход конь f4. Здесь, по-моему, тоже у меня такое есть. Но нужно посчитать. Так, конь f4, ферзь g5. Здесь есть промежуток конь e2. Но будет ладья e5 в ответ. Тоже неприятно. Много тактики неожиданно образовалось. Или воздержаться пока. Наверное, воздержусь. Пойду ладья a6, защищу пешку. А дальше будем смотреть. Возможно, вот эта ладья пойдет на b4. Так, ну, наверное, здесь ферзь e7 не ошибка. Если я разменяю ферзей, то мой король пойдет на d6 постепенно. Так, меняемся. Пошел король. Ладья a7, на ладья c6 бью здесь. Такой мой план. Ладья b6 теперь. И потихонечку короля подводим. Так, h5 задвинул. Ну ладно, вроде пока не очень это страшно для меня. Король d6. Так, и f6 прогоняем ладью. Что далее? Далее, наверное, ладью с b6 нужно увести, и больше тут делать нечего.
и попробовать переключиться, может быть, на G8. Не так уж и много времени уже на обдумывание остается. Или давайте на E8 попробуем, E5. Такой активный план. Ладья E7 пока. Так, конь C3. Заставили соперника немножко задуматься. Забрали. Так, он переключается. Начинает тут немножко меня прижимать. Но я играю ладья b8. Король d7 теперь. Так, ну и просто стоим, наверное. А что еще делать? Забрали. Так, и g5. F4 резко. Так, что за эндшпиль тут у нас получается? F5. Эндшпиль с обоюдными проходниками. Интересный такой. Наверное, соперник будет чуть раньше. Я тут у него хитрым образом отъел пешку. Да, но он меня съедает все оставшееся. Жалко. Хорошая партия была. Но все-таки проиграл.